Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Амирхан Промель7, и сегодня мы поиграем в Mortal Kombat. Это новенький аккаунт, я тут только обучение прошел и все. Угу, спасибо. Почта. Да. Вот все. Задание. Кстати, ребята, это тоже была часть обучения, если что. Награда за членство во фракции. 15 душ. 15 тысяч монет. Нет входящих сообщений. Что-то тут в магазине. Угу. А где еще восклицательный? Вот, восклицательный знак. А это мы откроем. Сейчас, подождите. Открываем. И... Ниндзя Мим Джонни Кейдж. Так. А чё это я из магазина вдруг вышел? А? В смысле? Так я же его только что открыл. Странно как-то. Блин, подождите, ребят. Ребята, извините, я не успел заснять открытие, но вот что мне попалось. Угу, все. Теперь открываем бронзовый набор. Алло. Алло. Угу. Так, открываем. Ну, не, это как-то не очень. Серебряный набор. И отсюда мне попадается амулет, чехол и Джонни Кейдж. Не Ниндзя Мим, Джонни Кейдж. Все, погнали, ребята. Ну вот, давайте с этого начнем. Первая битва. Так. Первый отряд будет таким. Нет. Вот. Второй отряд будет таким. Вот. Смотрите, ребят, несмотря на то, что солдат второго уровня, но она слабее, чем Ниндзя Мим Джонни Кейдж. Хоть он первого уровня. Это как-то странно. Он даже сильнее Сирай Рю. Тогда вот так вот пусть будем. Все, вот так вот. Хотя не. Вот так вот лучше. Да, вот все. Итак, давайте теперь снаряжение дадим ему. Чё она делает? Бонус к стойкости. Тоже бонус к стойкости. Тут его больше, поэтому так. А это что делает? Повышение шанс критического удара берем. Амулет, а что он делает? Неплохо. Итак, значит, еще рептилии. Даем одно снаряжение и идем в бой. Все, идем в бой, ребят. Такс. Угу, вот. Как думаете, затащу или нет? Я даже не знаю. Меня тянет и в одну сторону то, что затащу, и в другую то, что не затащу. И это как-то странно, я не знаю.
Ну, я, если что, умею в Mortal Kombat играть. Поэтому... ничего. Не переживайте, что я побью их тут всех. Так, первый есть? А, тут точно. Тут же нужно вот так вот делать, чтобы защититься. Ах ты ж... Ух, черт. Черт, не успел заблокировать. Ага. Так, значит, на, получи. Раз, два, три. Черт. Блин, а я все равно... 70. Ах ты ж. А ну-ка, стой. 90. Вы, по-моему, все обалдели. Все блокируют мои удары, значит, да? Ну, наконец-то. Ура. Давай, только посмей заблокировать. Все, ребят, я справился. Правда, мы потерпели одну потерю. Это вообще фигня. Я победил за ниндзя мимо Джонни Кейджа. И еще Сирайрю, правда, Сирайрю того. Ну не, ниндзя мимо Джонни Кейдж очень классный. Файт. Он успел все-таки заблокировать. А ну-ка, стой. Че ты еще блокировать будешь, а? На, получи. Да. Опять он заблокировал. Нет. Ладно, он мой удар заблокировал. А я его тогда заблокирую. Обалдеть! Он очень жесткий. Давай, вызывай своего тупого ящера. Я знаю, что ты его сейчас вызовешь. Ага. И еще плюнешь. Зачем плюешься, ящер? Это неприлично вообще-то. Тем более, ты плюешься не обычными слюнами. Чё, обалдел? Плевок. Я отвечаю на плевок плевком, ребят. Он еще и какой-то жижей плюнул. Так, все. Не, ну неплохо вроде пока идем. Правда, они с каждым разом повышают уровень. Опа-па. Ау, ударился. Больно в ноге, ребят. Пу. Пуч-пуч-пуч-пуч. Гучи. Но могучий. Получи. Прям чё-то. Чёрт-чё. Быстро. Ну да, я так и думал. Обалдеть. Ну 12 увеличился. Под блоком стоял. Давай вызывай этого тупого Они. И меня. И используй его атаку. Давай. Ну я знаю, что ты его вызвать хочешь. Давай. Хотя стоп, это бот. Он ничего не хочет. Как он может хотеть вызвать Они, если он бот? Опять победа одним Сирайрю. А, стоп, это же первая победа одним Сирайрю. Чё я туплю-то?
Я, кажется, дуб. Я... Короче говоря, я дуб. Ладно, я, знаете, зачем вышел? Магазик. Мне, я тут хочу ящера прикупить. Так, все. Теперь он посильнее будет, чем та ящерка. Итак, теперь он превосходит их двоих, и он встает на первое место. А Сирайрю, пусть он на последнем постоит, будет знать, как быть самым слабым. Ха-ха. Ха-ха. Чая ржу так странно. Я ведь не кол... Стоп. Я вообще не... Так, все, ящерка, давай. На. Ребята, ящерка-то неплохая. Тьфу, блин. Ребята, ящерка-то мне нравится. У нее атаки очень быстрые. Реально. Еще она умеет плеваться. Ты еще остановил мой страйк? У меня все отлично. Ребят. Короче, я ящером их бью, как будто я семечки щелкаю. Их очень легко за ящера бить. О, 2000 монеток. Прикол. Обалдеть. И это видео уже 12 минут ее. 10 секунд. Мне нужно 20-минутное где-то видео заснять. Чтобы вам было не скучно. Почти! А персонажи-то не восстанавливаются. Попа вашему сержантику. Он, кажется, все, его уже не вернуть. Давай. Ну да, я так и думал. Ты что защитился? Опять защитился? Ну а вот этого. Изи, вообще изи. Ребят, ящер очень классный. Играйте за него. Особенно, если у вас двойное слияние на ящера. Я им как будто семечки щелкаю. Эй, это, короче, семечко. Ребят, это семечко, смотрите. Я реально где-то так долго семечки щелкаю. Для меня их как-то сложно щелкать. Ящер против ящера. Так, все. Ребят, извините, я иногда покашливать буду. Ну, сейчас уже намного меньше. Ты чё? Да, куда побежал? Ого, ниндзя мим Джонни Кейдж. Сейчас, подождите, ребят. Мне нужно просто отряд изменить. Тут ящер должен стоять. Все, погнали. Дальше. Все, погнали. Ящер очень классный перс. Тень перстень классный. Ты как посмел мне по голове постучать, дурень? Все, изи.
На, получи. На, на. На, на, на. Не, ну, ребят, кстати, я знаю то, что если включить блок, когда монах атакует, то нельзя защититься. Эта атака пробивает блок, а вот это вот нет. Поэтому я, собственно, и не защитился. Поэтому я, собственно, и защитился. Все. Изи, ребят. Ну и сейчас будет какое-то усложнение. Интересно, какое. Может быть, это... У меня будут сердечки... Ой. Отниматься хп. А-а-а. Блин. Тогда ок. Просто я меньше плевков буду использовать и все. Ой, да кому это нужно? Интересно, насколько уменьшено. Ну, не намного, если честно. В два раза всего-то. Все, уже могу. Да ты как посмел, ящер? Бежим! Все, ребят, это изи. Просто мне больше хп пришлось потратить, чтобы принять удар, и все. В принципе. Сколько монеток? 3000, неплохо. Я думаю, эту стадию завершу, и видео нужно будет заканчивать. Потому что оно уже 17 минут идет. План Калькатас. Катас? Что? А я неплох, ребят. Эй, монах. Ну, монаш себе вторую жизнь. А то ты окочуришься, как огурчик. Кажется, это не нашаманил себе вторую жизнь, ребят. Пока, девочка. Чё встал, дурень? Ты воевать должен, ящер. Стоп, у меня уже 6-й уровень? Чё? Клан Калькатас. Ой, да уйди, да уштек. Уйди, уштек. Уйди. Так, все, он ищет. Так, ребят. Они, по-моему, даже слабее стали. Или я сильнее. Не, скорее всего, это я сильнее стал. Они не изменились. Проклятие. Ой, как мне страшно. Я же не всех победил еще. Шутка. Всех. Такс. Это предпоследний бой, ребят. Ух. Ту-ту-ту. Ту. Ту-ту-ту. Ту. Ту-ту-ту. Ту. Ту. Т.
Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Видите, да, пробой блока? Ах ты ж! Отвали, дурашка! Ой, кажется, я переборщил. Интересно, а у кого-нибудь есть борщ? Стоп! Ролик вообще-то о Mortal Kombat. Чё я о борще думаю? Все, ребят, это последний бой. Бой! Я должен быть громким и сильным. А что тут такого? Я не увидел. Постепенный урон. Как будто меня это испугает. Ах ты ж. На, получи. Получи. Получай. Ой, да блин. Тебе и блок все равно не поможет. Никогда. Пусть даже в самом страшном сне. Ты все-таки защитился? А, я его против приема пою. Ладно, ребят. Всем спасибо за просмотр. Ну а с вами был я, Амирхан Про 07. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я должен посмотреть, что мне за награда. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и про колокольчик не забывайте. Ну а с вами был я, Амирхан Про 07. И еще какой-то дурак Люкан, которого я стараюсь получить. Я не дурак. Я. Люкан огненный кулак. Короче, дурак какой-то. Всем спасибо за... Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и про колокольчик не забывайте. Всем пока-дава. Люкан, ты дурень. Зачем я только ради тебя стараюсь? Хотя... Так это ж классно. Ну, чё могу сказать? Классно, Люкан. Всем пока-дава.